Еще раз. Все. Короче, сейчас дождемся еще народ чуть-чуть. А старые фэны из паблика помнят, что я очень хотел выпустить релиз Доджиографи. Он с уже вышедшими треками тоже будет. Доброе утро всем. А там Индия, Афины и Япония. Для полной картины не хватало одного трека, это Rude Boy & Japan 3. И, собственно, заглавного Доджиографи. Я считаю, Доджиографи уже написан. Поэтому мы с вами сейчас послушаем демочку, может, я кого-нибудь позову на него, не знаю. Давайте смотреть. Вообще, я наушники кину ближе. Это не Rude Boy, это Доджиографи. Как-то так. Это не Япония, вокал Рагов должен быть на другом месте. Да не буду я танцевать на балконе, тут места мало. А Японию-то я, кстати, тоже мучу. Сейчас поглядим. Он тоже демочка, вся хуйня. Пам-пам, как же он называется? А, кстати. Я ничего не пишу. Не успели заскринить вашу проблему. Такс. Сейчас я найду, я просто не помню, как я ее называл. Пам-пам. Пам-пам. А, ну да, GP3. Не знаю, тут Рубилова. Нужно еще находить японский сэмпл какой-то. Поверх того, что я понакатал. Thank you.
это загрузка моего процесса. Видите вот это? Я просто даже трек показать не могу, потому что, блядь, все лагает. Но зато ноутбук у рэпера. Заебись. Короче, мне приходится все ресэмплить, чтобы все было нормально. Ну, короче, это пиздос. Очень сложно писать. Я сейчас собираю USD-мощный материал, и нужно будет поехать, блядь, на студию к Порче, там все сводить. Короче, жестко. Да, но он уезжал в Португалию, сейчас он здесь. Я, может быть, сегодня-завтра съезжу. Доброе-доброе. Да, в 16 тонн я буду, я вот долечиваю голос. В пятницу прописываю материал, чтобы нам ее показать там, которого вы еще не слышали вообще нигде. Вот, надеюсь, все, кто здесь в трансляции, придут. Ну, естественно, кто из Москвы, по крайней мере. Потому что то, что я там покажу, выйдет не скоро. Сначала выйдет до Geography, это точно. Я вот не знаю даже, может, до Geography нужно будет сунуть еще два трека, чтобы не делать два релиза. Вот. А насчет скинуться на ноутбук, нормальная идея, только кто будет вкидываться. Как бы, если фэны хотят помочь, это хорошо, но будет грустно, если там... А перескотиковать. Если там, я не знаю, 7 человек кинется, 10 кусками, блядь, ну зачем? Это, ну, я думаю, нафиг. Попробую так выкрутиться. Все-таки. Как первые треки же писал. Помню как-то. Ой, киньте клич. Если бы тебе тот же мерч продавался быстро, а не растягивался там на месяц, на два, то я бы тогда не на эти деньги шел, когда бы сразу же пошел и взял букву. Откладывать в Москве не выходит. Такие-то финансовые травмы. Вот. В ближайшие два месяца по плану у меня чисто засесть на студии, писать морепродукты, потому что следующий год, ребят, вы вообще не представляете, что будет в следующем году. Да не, вопрос не в том, что майки стоят, там просто, знаешь, какая политика была, типа... Сейчас. Ну вот. Слушай, я не 5 лет пропадаю, ничего, каждый год у меня выходит релиз какой-нибудь. Кик для всего подходит, вон там, как его, Михаил МК собрал 650 косарей на мультик. Да вы видели отрез, блядь, 62% у реки Фачу, блядь, пизду смешить. Естественно, ну, я не говорю, что накручено, просто там Джарахов сделал репосты, куча всяких ребят сделали репосты, помогли. Вот. А, ты об этом? Как бы это просто смешно, когда, типа, у остальных ребят там, что, 11-12% собладает, и реки Ф 62%. Как будто все вообще в стране думали, что пацану нужен ноутбук. Ну, похуй, выиграл, да выиграл. Я просто к слову о том, что это бредовое голосование. Очень. 40к на ноутбук рабочий. Я тебе уверяю, у меня вот это стоит 36, еще нихуя не тянет. Нужна минимум сотка на всю эту хуйню. Может, еще, чтобы хватило на MIDI-клаву или еще какую-нибудь хрень, потому что... надо. Тем более у меня даже мониторов нет, я, блядь, работаю в наушниках. А в наушниках нормальные люди не сводят. Да похуй, говорю, ребят, я не в обиде, это просто, ну, смешная ситуация очень. Вот и все. Что, задавайте вопросики, какие-то поотвечаю, да пойду дальше работать. И долбоебов они деньги зарабатывают. Другое дело, что они
мешает музыкальной индустрии. Так-то что там долбоебского? Трэвис новый не очень зашел. Какую демку? Я уже показал всем. А трансляция по традиции удалится. Джимбо с цветом. Джимбо понравился. Джимбо все-таки второй пес в России. Это я так. Грибов видел, кстати, понравился меньше, чем первый трек. Вот в этом и фишка, вон девушка пишет насчет избранности. Я и хочу, чтобы люди заходили в перископ и понимали то, что они вот что-то видят сейчас, как, ну, в реал-тайм, скажем так, в моменте. И это нельзя было посмотреть, это же не видеоблог какой-то. То есть, типа, я бы тогда завел YouTube-канал и там заливал какие-то видосы. Перископ абсолютно о другом. Ну и универ не закончишь. Или будешь ебаться там 2 года, как я. Я еще таких тем приготовил, короче. В армию? Не, у меня плоскостопие, чувак, очень жестко. У меня из-за этого ноги болят чудовищно. Но придется не лечить до 29. Ну, не знаю, хотя бы стельки там носить. Так, иди зарядку найди. Что-то еще должен был сказать. А, так вот, придумал кучу херни к декабрю. В общем, москвичи поразвлекаются очень сильно. Я столько приколюх придумал. Типа, чтобы музыка не ограничивалась только музыкой. То есть, интерактива дохуя. Я говорю не о конкурсах репостов, естественно. Вам придется выйти на улицу и половить песиков, скажем так. Ну так улыбайся. Улыбаться это клево. Так, ну все, народ, пока. Я пошел дальше работать. Что, Смирон, скоро вылезет? Скоро вылезет. Давайте, пока.